Так, блин, надо палку какую-то найти, руки трусятся на зуме. О. Штативчик. Оп. Так, так, так. Да, я напоминаю тем, что вы можете все выложить, потому что может прилететь любой голову, они там стеклевые, будут не очень приятно. Ну что там? Тут шпионы какие-то. Ты за пивом? Фотографу я что-то не носить с собой штатив, короче, берут веревку на кольцо, и на шею, или... да? Не, или на шею, или на руку. Пивка хочется. Не зацепил, говорят. 25,8. Все такие жары. Да, дай жару все. Пока что лучший результат за сегодня. Все-таки первый заезд был лучше. Одну зацепил. Одну зацепил. Ну, этот результат все равно уже не, нет смысла записывать, потому что первый заезд 25,8. Немаленько, Константин. На восьмерке подбежай. А после Немаленько пусть у нас готовится Бондаренко на солнце. Что я вам скажу, товарищи? Круто, круто. Хорошо, что приехало много людей. Ожидали, что будет меньше все-таки. Понаехало, блин, неожиданно. Молодцы все, кто приехал. Смотрим дальше. Thank you.
блин, штатив нужен. Надо капюшончик надеть, это что-то ветрено как-то. О. Сцепление не жалко. Значит, можно.
велике так можно. Давай, мужик, лучший результат покажи. Американ подъезжает на старт, первый заезд у него на время, сейчас будет. Подъезжай, не бойся. Проверка новая, Орло Смекан, вернись назад, у нас затороли был старт. Получается 27 секунд, говорят парни.
Труба, как у меня. Ждем, когда проедет мопед. Thank you.